Здорово, чуваки. Это Ген. Запишем 99-й этаж, который как раз, наверное, является самым сложным в башне. Так. Записываю более-менее бюджетным паком. Самым таким, который я нашел из бюджетных, из редких мобов здесь только базальт. Ну, Брайнда я не считаю редким мобом, но его можно, в принципе, заменить чем-то вроде Арии, чем-то вроде Ариэль, о, не Ариэль, а этого. В принципе, Ариэлем тоже можно заменить конкретно на 99-м этаже, потому что он будет танчить Лео весь бой. Это как бы тоже помогает. То есть основное, зачем здесь вообще слон находится, это дефбаф. Главное, что он дает дефбаф, это самое такое. Это помогает очень сильно танчить. А порезка бара — это уже такой, типа, приятный бонус. Лидерку мы ставим Веромаса, потому что, ну, логично, на 99-м этаже Лео находится. И спид-лидер нам так сильно решать не будет, как в отличие от ХП-лидера, поэтому... Плюс Веромас будет снимать замедление от грифонов, которые они постоянно будут вешать. Это будет тоже очень сильно помогать. Так что это ништяк. Веромас здесь очень в кассу. Гарудо потанчит какое-то время Лео, пока он ее не снесет. Ну и Брайанда тоже будут мочить. Я не знаю, он... тоже будет огребать очень сильно там. То есть, ну, я не взял ни одного сильного хиллера, такого, например, как Часун, да, типа Риэль, да, или кто-то еще. То есть я буду пытаться просто через контроль проходить. Но вообще проще проходить именно через баф защиты. Ну, это как бы слон там или пикси, например. Через рез и плюс еще один хил, и все остальное доты и контроль. То есть, ну, типа, самое такое оптимальное — это Баретта плюс Трейн или Хемос. И помимо них еще так, Баретта, Трейн или Хемос, да. И последние чуваки, которые помогут проконтролить и отхилиться, например, там Часун и Брайант, они вместе будут делить дамаг между собой от этих, от ведра там и от грифонов. И, допустим, если с ними еще какой-то мап будет или там кто-то еще, то это даже лучше еще получится. Или, например, вот комбо, типа, я проходил первые, ну вот когда у меня только Ариэль выпал, я проходил комбо Брайант плюс Ариэль. Это на этом этаже вообще комбо лютая. Короче, Лео просто долбит Ариэля, а Ариэль в Немезисе, он его заливает постоянно. В итоге Ариэль не умирает, если он игнором его не ударит. Так, у нас тут проблема. У нас сейчас Баретта может отъехать. В принципе, рез есть, не страшно. Но не хочется тратить в никуда рез. Короче, Баретта... Ой, Лео долбит Арха. И Арх постоянно захиливает Брайанда. И то есть у тебя времени достаточно много. Брайанд под дефбафом и под хилом Ариэля успевает пожить. Нормально так. Так. Это был не самый умный турбуленс, но и хуй с ним. Так. Но так как Ариэль сейчас без рун... Ну и, в принципе, он достаточно редкий монстр. Его тяжело достать. Будем проходить его чем-то таким попроще. Так. Стан? Нет. Да хрэ моего Баретта долбить, уроды. Так, нужны станы. Нужны станы определенно. Сюда до туда. Все, этот сам умрет. Гаруда редко станет, в этом минус. Шанс стана очень маленький. Но
Она доступная. В этом ее, наверное, самый большой плюс. И может ходы заливать в отсутствии там какого-то залива, например, или второго докера. Хотя маф, наверное, в башне сильнее у меня нету, не знаю, я никогда им не пользовался. Мне сложно сказать. Но все хвалят мафа очень сильно. Все говорят прям, что очень хороший. Не знаю, я никогда не юзал. И вряд ли когда-то, видимо, буду. Как по мне, Гаруда его может заменить спокойно. Но, в принципе, я думаю, да, маф лучше выступил бы здесь. Так. Ё-моё, охренеть он ей прорезал. Так. Отлично, почти что все встали. Тогда просто делаем откат баров. И... Ну, пока все идеально. Пока все идеально происходит. Бьем одно ведро. Просто убиваем одно ведро потихоньку. Так, дефбаф берем. Не знаю, я пока левел, зато ничего нет, не пошло. Баф на минус атаку есть, хорошо. Так. Стан тоже хороший. Вот, вот прям сейчас что-то прям проперло на станы очень сильно. Как бы в дальнейшем это все не вытекло ко мне очень все плохо. Так. Таунт. Нет, хорош. Зато прокнул Виол. Так, стан. Есть стан, отличный. Заливаем слона. Даем дефбаф на всякий случай. Так. Пошел цикл. Но один цикл мы выдержали. Сейчас скоро второе ведро будет ходить. Если мы его не застанем. Так, вот они и начали циклить. Но был дефбаф. Поэтому все нормально получилось. Я не знаю, лучше захилю, да, наверное. Мы ждем просто еще одного феникса у Баретты, и тогда, скорее всего, мы выиграли. Если мы доживаем до еще одного феникса Баретты. Так, стан пытаемся. Нет, не получилось. А, стан тоже не получилось. Веромасом тоже бьем. Данного ведро вот это вот бьем. Так, подхиливай, живем. Ну как живем, спорное утверждение на самом деле. Ну под конец вот перестали станы идти, но вначале прям вообще хорошо шло, прям перли станы, было вообще нормально. Так, слона заливаем, баф брони снова берем. По идее мы выиграли, на самом деле. Главное ведро сейчас допинать, потому что он хилится. Сюда стан, сюда контроль. Сжигаем бар лево, потому что если он даст игнор, то это кто-то умрет 100%. Так, Веромаса заливаем. Добить феникса. Еще сегодня свиточки я хочу посумонить. У меня появились камушки. Ну, не свитки, камни. Так. Да, ну они лево добьют без проблем. Но этаж мерзкий, как бы. Если у вас есть какие-то там более сильные монстры, то будет проще пройти, но этаж такой неприятный, надо ждать, пока все станы прокнут, пока все звезды сойдутся. Так, сколько мне места надо на камне? Бля, 1600 камней, это 32 слота, что ли, получается? Ну, типа, да. Сейчас освободим, посмотрим, что из этого выйдет. Так.
Сейчас я всех лишних поубираю. Ну вот нормально. Сейчас хватит. Так, что там у нас по камушкам? 1600. Кто здесь интересный? Интересен больше всех Рекиш. Но, в принципе, Посейдон тоже не самый худший вариант. Все остальное это ерунда. Интересует нас только вот это. Ну что, пробуем? Понеслось. С Богом, поехали. Дранкин мастер. Ничего. Блин. Элементаль. Охуенный дроп. Спасибо, камни. Так. Звезды не слышу. Батл мамонт. О, водяной мамонт. Прям знаковый приход. Больше половины камней уже в Чикаго, блядь. Интересно, хоть одна молния будет, нет? Да, дроп просто охуенный. Даже, блядь, когда Джокер воды упал, был дроп лучше. Неплохо, неплохо. Хороший канал. Да, прям очень неплохой. Заебись. Вот такой вот саммон был охуенный. Вот такой этаж, короче, я не знаю. Там написал чувак, блядь, пройти 90 какой-то нормала, блядь, и чё гонишь? Какой нормал, алё? Если это нормал, пройти не может. Все печально вообще. Тут дело не... Там, не знаю, большинство людей его вообще просто автобоят. Это значит, либо совсем плохие монстры, либо, не знаю, левел даже не 6 звезд, короче, левел не 40-й там. Или что-то в таком духе. В пизду, короче. В пизду, охуенные суммоны. Всем спасибо, всем пока.